Привет, друзья, с вами Флок. Сегодня посмотрим веселое видео, я надеюсь. Насколько я понимаю, это бантаны дурачатся на сцене, то есть веселые, смешные моменты. Давайте, погнали. А, это ускорили. Здесь субтитры нужны, либо не нужны. На всякий случай давайте врубим. Потому что момент что-то непонятно. А к чему моменты эти ускоренные? Я что-то вот понять не могу. Стойте, он не на том месте стоял, что ли? Ломанулся. When I say say, you say say. Say! Say! When I say send, send, you say send, send. Send, 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 send. That means send in Korea. Okay. Так, да, здесь местами нужны все-таки субтитры. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. When I say send, 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 send. That means send in Korea. Да, друзья, у меня маленько поменялся график работы на декабрь, так что это мое первое видео на сегодня, хоть вы и видели уже видео с Пак Чинёлем, да, из Экзо. Но я его записал вчера. Это первое видео, так что вот как-то так. Ну, я постараюсь по 3 видео в день делать, как вот обычно я это делаю, 8, 10 и ближе к 12. Но это по пермскому времени. Это по Москве последнее время, последнее видео получается это 10 часов. Вот так вот. Ну, примерно, опять же, плюс-минус там. А чё мы такие грустные? Лекса, помаленьку. Слушайте, это у меня что-то ускоренное или это видео? Нет, это видео такое. Это же момент, когда Чимин танцевал, нет, на воде, или мне кажется, или, блин, кто там в воде, там Чимин ведь? Бассейн ему такой сделали. Да нет, нет, вряд ли. Somebody can hear.
О, в порядке. Кстати, я эти моменты большинство не видел. Субтитры ни к чему совершенно. Обольет его? Вот жулик, а? Ну не, я понимаю, что там жарко, но все равно обливать это как-то, блин, неприятно, наверное, Шуги было. Хотя фиг его знает, там жарко очень. Не там ты ему натягиваешь щечки. Натянул ему где-то вот здесь вот. Бойцы, молодец. А, ну ладно, это в порядке вещей. Он того облил, этот его облил, ну ладно. А, кстати, да, его вот это коронное. Ладно, здесь уже ничего не видно толком. Я надеюсь, вам понравилось. Данное видео прислали по донату. Большое спасибо за него. Не скажу честно, что я в этом видео многое что понял. Да, ну, моменты ускоренные какие-то были. Многие моменты я здесь не видел. То есть многие моменты, да, для меня впервые открылись. Вот. Но, тем не менее, видео понравилось после рабочего дня. Так же, как и вы сейчас сел первый раз и посмотрел. Так что всем спасибо, друзья. С вами, как всегда, был Флог. Пока.